Всем привет, с вами Андрей Сонар. Отжал вот такую вот красивую оранжевую жилеточку. Теперь я такой же брендированный, как все здесь в округе. На производстве все как обычно. Вот из интересного розовая ткань и фиолетовая ткань. Правда, это не газодержащие ткани, так что из нее можно сделать то, что не надувается. Или скуловую зашивку для байдарок Вега, поскольку на скуловой зашивке нету, ну, она, это не баллоны. Чтобы было понятно, вот эту часть надувную, вот эту и, например, баллоны из той самой красивой розовой ткани для девочек сделать нельзя, а вот эта часть без проблем. То есть вот эта часть может быть розовая у Веги, а вот эта, ну, допустим, серая или синяя. Будет великолепное, уникальное цветосочетание. Красивый станок режет красивую красную ткань. Здесь, я смотрю, делаются щукари и варвары. Несмотря на то, что лодки очень старые, они до сих пор мега популярны. Самая большая наша моторная лодка Кабот Уран 650F с дополнительным бронированием днища пленкой ТПУ. Такая лодка спокойно может по любым камням ходить, и ничего с ней не случится, потому что бронирование днища и бронирование внешней части баллонов практически абсолютное. Как видно, бронирование идет по всей бортовой и нижней части баллонов и по самому днищу. Сейчас мы с нашей несравненной Соней проведем здесь классный стрим. Можно ударить, да. Но если у лодки не будет дна, то как бы ехать она не будет. Это у нас сидушечки для Веги. Так, немножко кликбейтных ракурсов. Мы сейчас будем усиливать наши позиции по сварке. Закупаем новые станки, и теперь у нас сварка будет в гораздо больших масштабах, чем сейчас. Лодка плывет. Ой, лодка кончилась. Как-то так. А на самом деле это наши сварщики сделали практически невозможное. Воссоздали методом сварки нос варвара. До этого считалось, что вот эти вот швы проходить невозможно с такими углами, с такими радиусами, но они смогли. А это значит, что немножечко проработав еще эту технологию, мы можем собирать лодки варвар и щукарь без изменения их формы методом сварки горячим воздухом. Это очень-очень важный шаг. Наши сварщики просто молодцы. Санки, окунь, лучший выбор рыбака. Не нажимайте там. Шаловливыми ручками. Кто там? Когда человек, рыболов, вот смотрите, вот рыболов, он садится на этот самый пуфик, то этот пуфик уходит вниз и уже опирается на поверхность. А когда мы эти санки просто везем, то этот пуфик поднимается и не мешает скольжению саней. Уже имеет вот эти вот люверсные полосы, которые позволяют крепить груз. Он имеет три ручки, и к тому же, когда эта штука сдута, то можно с помощью стропы и вот этой люверсной полосы превратить это в один рулон, в котором уже будет сложен там, например, ваши снасти, ваш ледобур и прочее, прочее, прочее. Мало того, я еще в свой экземпляр, у меня есть свой экземпляр, еще прямо именно на днище поставил три петли, и туда креплю рюкзачную лямку. Да, у меня есть свой вопрос, секретный экземпляр. Что посоветуете из своей продукции, схожая с Хатанга 1 Спорт?
Двегу один вот. Спор. Угу. В общем, я сейчас буду прыгать на батуте. Вы сейчас такое просто... Сейчас меня... Соня будет прыгать. Так. Так и чё?